Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Управляющие компании начнут штрафовать за ошибки в коммунальных квитанциях. Наказание за некорректно начисленные платежи может составить до половины суммы счета. Механизм взимания штрафов за ошибки, допущенные в платежных документах по жилищным и коммунальным услугам, сейчас разрабатывает Госдума, сообщила председатель комитета парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она отметила, что подобные ошибки не редкость, а их исправление обычно отнимает у жильцов много сил и времени. Дайджест недвижимости. Около 2 миллионов рублей штрафов предъявлено кировским застройщикам за нарушение правил внешнего благоустройства. Сумма набежала с начала года по итогам регулярных рейдов по стройплощадкам города. Во время таких мероприятий на прошлой неделе специалисты теруправления осмотрели более 100 строек. На 32 из них выявлены нарушения. По 9 фактам начаты административные производства. Поскольку ряд организаций на административке не реагирует, в Кирове предложено ужесточить правила благоустройства. По мнению главы города Елены Ковалевой, это поможет решить вопрос со своевременным вывозом мусора. Рабочая группа по формированию новой редакции правил внешнего благоустройства Кирова должна быть сформирована к понедельнику. Дайджест недвижимости. Более половины кировчан, намеренных в ближайшие 3 года улучшить жилищные условия, люди в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом сообщается в исследовании компании Realty Group. Как отмечают аналитики, еще 34% потенциальных покупателей недвижимости – кировчане от 30 до 40 лет. 58% собирающихся приобрести недвижимость на сегодня живут в однокомнатных квартирах. 62% в квартирах, где на одного человека приходится менее 18 квадратов общей площади. После приобретения жилья потенциальные покупатели предполагают довести площадь на одного жильца в среднем до 23 квадратных метров, уточняет bnkirov.ru. Дайджест недвижимости. Власти намерены снести незаконные постройки в заречной части Кирова. Объекты выявили сотрудники теруправления по Первомайскому району города в микрорайоне «Домостроитель». В основном это кладовки, расположенные по четной стороне улицы 60 лет Комсомола, от пересечения с улицей Павла Корчагина до дома номер 14. Их владельцы в срок до 1 ноября обязаны снести самовольно возведенные строения. Ранее на объектах разместили информационные листовки о необходимости демонтажа. Однако пока никаких мер собственники не предприняли. В случае невыполнения требований теруправления демонтаж выполнит подрядчик, а затем расходы возложат на собственников объектов, уточняется на сайте администрации города. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.